мы искренне уверены в правоте нашего верховного главнокомандующего. Против национализма в любых его проявлениях. Да, я считаю, что весь народ, в том числе бывшего Советского Союза, должен сплотиться в борьбе с этой угрозой. Это опаснейшая угроза нового времени. Также мы считаем, что жители Донбасса и Луганска – это наши, это русские люди, и мы обязаны просто им помочь. Обязаны. Даже ценой своей жизни. Я думаю, мы победим, и я думаю, что мы придем к тому, что мы отменим незаконно признанные решения Горбачева и вернемся к границам 45-го года. Только так, больше никак. Насчет специальной военной операции, я так думаю, что наши все-таки победят. Восстановится мир между Россией и Украиной, потому что мы всю жизнь были дружественными странами. Нам было интересно, потому что мы сами ездили туда когда-то. А после военной операции наши друзья сказали: вы москали, и вам туда, ну сюда к нам запрещено. Вот. Но мы надеемся, что все завершится в скором будущем, и будет все хорошо. Я к этому хорошо, на самом деле, отношусь. Я считаю, что рано или поздно это все равно необходимость в этом была. И, собственно говоря, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому рано или поздно мы все равно победим, и все будет хорошо после этого.